Регистрацию в апартаментах планируют разрешить уже в этом году. Согласно тексту общенационального плана действий по восстановлению экономики, определение правового статуса апартаментов и возможность регистрации по месту жительства произойдет в декабре текущего года. Исходя из действующего законодательства, дольщики апартаментов не защищены в случае возникновения проблем у застройщика, а после окончания строительства отсутствие статуса жилого помещения не позволяет собственникам оформлять в апартаментах постоянную регистрацию. Также госжилинспекция не может контролировать изменения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Увидимся в следующем видео. Пока!